Всем привет-привет! Галя, привет! Как меня сразу видно, как слышно? Все ли слышно? Девчонки, всем привет-привет-привет! Сразу напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно? Все ли хорошо? Отлично! Отлично! Все, всем большое спасибо. Всем доброе утро. Будем с вами возобновлять планерки. У нас всегда с вами по средам в 10:00 проходят планерки на нашу команду Пономаревых. Вот, поэтому я сейчас буду это дело возобновлять вместе с девчонками. Вот, поэтому очень рада всех видеть, кто сейчас придет в прямом эфире и кто будет смотреть нашу планерку в записи. Сегодня мы с вами поговорим про акции, про новые программы, которые запустила компания Oriflame. Все для нас, все для нашего с вами роста. Все, всем спасибо большое. Всем меня видно и слышно. Вот, и у нас с вами стартанул 14-й каталог. И этот каталог, он обычно всегда был для открытия новых званий. В 14-м каталоге нужно было раньше открывать золотого директора, чтобы проходить квалификацию на золотую конференцию. Вот сейчас это все переигралось. Сейчас нужно открыть звание золотого директора, чтобы полететь в Дубай в первом каталоге 2022 года. Вот. Но я помню, что вот 14-й каталог – это такой самый-самый-самый мощно растущий каталог. Даже показательный 13-й каталог, он уже показал, что люди проснулись, люди хотят расти, люди хотят изменений. И я где-то записала себе за 13-й каталог по всей России проснулось 90 тысяч людей. Представляете, спящих в Oriflame проснулось 90 тысяч людей. Вот, поэтому давайте сегодня мы с вами поговорим сначала про личный товарооборот. Я вам покажу сейчас пятерку-тройку средств. Нет, сейчас сосчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть средств. Да, Oriflame рулит. Покажу сейчас 6 средств, с помощью которых я сейчас сделала себе макияж буквально за 7 минут. В чате, в продуктовом, я уже вам показывала, да, что я сегодня спала с пилингом 6%. Утром я проснулась, я сделала себе маску Optimal, с которой идет 3 в одном. Потом я нанесла себе комплексный уход, у меня идет уход от пигментации. И перед планеркой я тут быстренько себе нарисовала макияж. Что же я сделала? Я нанесла вот такое вот тональное средство, Giordani Gold, мое тоже очень любимое. Вы знаете, что у меня два любимых тональных средства, это The One Aqua Boost и вот это тональное средство. Они оба не сушат, они оба увлажняют. В общем, нанесла тональное средство. Нанесла вот такие вот тени, это вообще просто, не знаю, для меня какой-то фаворит на каждый день. Я нанесла вот такой вот цвет, в этом каталоге они тоже идут со скидкой. Нанесла свои любимые румяна, два цвета, прям вот по чуть-чуть. Вчера мне пришел новый карандаш Каял, я очень его ждала. Я сделала себе вот этим карандашом стрелки. Вот так вот раз быстренько, и смотрите, стрелочки нарисовались. Очень классная штучка. Можно также им рисовать на слизистой. Так. Нарисовала брови. Таня, привет. Всем привет, кто присоединяется. Нарисовала себе брови кушоном. И накрасила себе губы вельветовой помадой. Все. И макияж готов. Еще хотела накрасить ресницы тушью 5 в одном, но я не успела. В общем, с помощью вот такого минимального количества средств я быстренько себе сделала легкий макияж. Все, можно выходить в эфир, можно выходить хоть куда. И вот самое ценное, наверное, самое важное для меня, да, то, что я покупаю эти продукты,
Я их сразу пощупать не могу, я смотрю в каталоге. И я могу быть на 100% уверена, да, что это классный продукт. Потому что он сделан именно для людей, именно сделан с любовью. И запомните, что все сетевые продукты, они не могут делаться на... Вот, ну вот, лишь бы сделать, да, для маркетинг-хода и продать. Именно в компании Oriflame все продукты, они делаются и разрабатываются просто годами. Просто годами. И это все сделано именно для людей. И сделано это все качественно. И я не боюсь заказывать какой-то новый продукт и думать, блин, а вдруг он вот мне как-то вот не подойдет, а вдруг он не понравится, а вдруг он некачественный. Если я покупаю тушь 5 в одном, я уверена, что это крутая тушь, потому что она... уже, не знаю, там, наверное, 15 лет на рынке компании Oriflame, запатентованная щеточка. Эту щеточку никто не может больше себе, так сказать, в тушь засунуть, да, только компания Oriflame. Если я покупаю тональное средство, я уверена, что это крутое тональное средство, что оно меня не подведет, оно уже проверено. И я вчера вам скидывала, да, сейчас у нас вышла новая обновленная тональная основа. Вот такая вот, да, Giordani Gold. Если вы покупаете вот эту новую обновленную тональную основу, вам тушь будет в подарок. Так вот, если я уверена, что вот эта тоналка классная, то я и вот такую тоналку себе точно возьму. Но тут еще, видите, надо разобраться со цветом. Потому что тут палитра цветов для меня пока не очень понятна. Я всегда беру слоновую кость, но тут какой-то цвет мне немножечко непонятный. Вот, поэтому... Если компания что-то делает, она делает это просто вот настолько на 100%, что люди это берут, люди это покупают. И Giordani Gold в этом каталоге 45 лет. То есть вот этой люксовой косметики, именно вот этой линейки, да, люкс. То есть у Oriflame есть и масс-маркет, и премиальная линейка, и прям вот самая-самая такая недорогая это... Анколор, да, там для студенток, для девчонок, для учениц. То есть у них все вот именно разработано, короче, на любой кошелек. Вот. И 45 лет Oriflame уже продает люксовую косметику Giordani Gold. И она действительно такая классная, что, ну, вот топовые лидеры многие рассказывают, что когда они приходят в Oriflame, они себе просто не могут позволить даже румяна. Вот, поэтому у нас очень классный каталог. И я еще вам хотела немножечко сказать про wellness, да, потому что, ну, некоторые приходят и говорят, а что мне брать в каталоге? Ну вот что мне брать в каталоге? Я не знаю, что мне брать в каталоге. И меня вот этот вопрос, он просто вот уже даже не то, что смешит, да, ну, просто либо человек не пробовал эту продукцию, либо у него нет денег, либо это просто у него какие-то отговорки. На самом деле, когда открываешь каталог, полностью все аукционные продукты, они там на первых-первых страницах, но на сайте 2500 наименований. То есть в каталог сюда все 2500 наименований не уместить. То есть сюда компания Oriflame вставляет что? Аукционные продукты, вставляют сюда новинки и категорию wellness. Поэтому, когда мы листаем каталог, очень важно понимать, вот что нужно. Человек идет на продукт или человек идет на бизнес. Если человек идет и на продукт, и на бизнес, да, просто говорим, слушай, вот ты сейчас заходи в свою ванную и смотри, что у тебя закончилось в ванной комнате. То есть наш продукт естественного спроса, который нужен на постоянной основе каждый день. Заходит человек в ванную и смотрим, что у нас там заканчивается. Зубная паста заканчивается, мыло заканчивается, гель заканчивается, шампунь заканчивается. Блин, это уже у нас тут баллов на 25-30 набралось. Да? И поэтому, когда человек, он говорит, а я не знаю, что брать из каталога, вы просто начинаете с человеком разговаривать. Ну, ты вот просто зайди в ванну и посмотри, вот что реально заканчивается, да. Мыло, оно нужно вообще постоянно, каждый день. Зубная паста нужна постоянно, каждый день. И где человек ее купит? В рознице с тысячной накруткой, либо в компании Oriflame напрямую с завода. Поэтому обязательно разговариваем с человеком. Что купить? Обязательно. Омега, да,
То есть у нас категория wellness, и там очень-очень уже ну, такой большой выбор. И в первую очередь я всегда всем рекомендую начинать именно с омеги. Но сейчас у нас появился пребиотик, да, нужно рекомендацию именно давать, начинать пребиотик и омега. То есть человек не знает, что купить, но он хочет начать следить за своим здоровьем и покупать качественный продукт. У нас качественный продукт. Если компания Oriflame где-то что-то взяла из природы, она обязательно это, так сказать, обратно посадила. Она взяла там, если оливковые деревья, так она эти оливковые деревья посадила. Она взяла там рыбу, так она эту рыбу снова там моллюсков, там мальков запустила. В общем, омега. Омега, она нужна всем. Тем более сейчас в наше пандемийное время нужно свои клетки защищать. Да, у нас оболочка. Оболочка у клетки должна быть как бронежилет. Да, то есть, если вы омегу из нее не получаете, а внутри она у нас нигде не синтезируется, если вы человеку расскажете про омегу-3, детям омега-3 нужна еще даже в большей дозировке, чем взрослому, взрослым она тоже нужна, это такой, так сказать, барьер против вирусов. Головной мозг состоит из омега-3, в печени, в легких, короче, омега-3 она нужна. Если мы ее не получаем извне, то у нас что идет? Да, у нас идут другие химические какие-то процессы. Поэтому омега-3, астаксантин, сильнейший антиоксидант. Вот эти вот два защитника, да, которые помогают защитить наши клетки. Рассказываем про наши продукты. А чтобы рассказывать про наши продукты, нужно быть самому продуктом этого продукта. То есть изначально вы сами начинаете это пробовать на себе. Начинаете получать какой-то результат, и вы уже сами потом думаете, я же там Маша рассказала про омегу. То есть у вас уже это все вот так вот бессознательно вы начинаете давать рекомендации. Наш коктейль. Белок, который мы не доедаем, это уже доказано просто учеными, да, что мы не доедаем норму по белку. А если мы не доедаем норму по белку, у нас есть 21 аминокислота, если мы их не добираем, то опять-таки наши клетки, да, коктейль это клеточное питание, наши клетки начинают что? Становиться инвалидными, они начинают делиться не клеточка к клеточке, а начинают делиться половинками, то есть клеточки эти, ну их называют инвалидные. Поэтому обязательно рассказываем, что сами попробовали, на чем получили результат. Если еще не получили результат, и вы в компании, обязательно начинайте с омеги, с астаксантина, с пребиотика, с коктейля. Начинайте все по чуть-чуть пробовать, начинайте это все по чуть-чуть вводить в свой рацион. Вам организм потом будет говорить спасибо. Понимаете? Поэтому будьте продуктом своего продукта. Обязательно в сторисах про это, про все рассказывайте, не стесняйтесь. Я вот сейчас даже для себя вообще вот просто, ну вот такую жирную галочку сделала, что я хочу транслировать Орифлейм даже в постах. И я тут недавно записала видео, как я делаю макияж, какой у меня там, какая там до, какая после. И я хочу это транслировать, я хочу показывать, потому что я начала после вот этого коронавируса еще больше гордиться, что я в компании Орифлейм. У меня ценности еще больше появилось. Я раньше думала, блин, я не буду писать в постах про Орифлейм, потому что у меня там холодные там люди, они там посмотрят, что это Орифлейм, они там входящие мне не будут писать. Вот теперь мне стало вот совершенно пофигу. Ну, не напишут, не напишут, но я буду транслировать, я буду показывать у себя на страничках, у себя в постах Орифлейм, потому что про эту компанию я хочу рассказывать, я хочу показывать, и я хочу доносить людям, что Орифлейм это круто, Орифлейм это надежно, и Орифлейм вот просто вот берет и меняет жизни людей. И если вы хотите показывать про продукт именно вот от себя, не просто где-то вы там взяли что-то на сайте, какие-то картинки с интернета, а именно то, что вы хотите транслировать от себя. Вот я сейчас хочу написать пост про коктейль, хочу пост написать про астаксантин, про омегу и про вот эти вот витамины, про нутрикомплекс. Потому что это действительно такая крутая подпитка для организма. И вот ну, я действительно желаю каждому человеку здоровья, и это помогает восстанавливаться. Вот, поэтому, кто еще, ну вот, думает там, транслировать, не транслировать,
ну, хотя бы на 10 постов один пост про Орифлейм. Либо там своя история, как вы пришли в Орифлейм. Либо история, как вы там начали пользоваться Новейдж. Либо как у вас, ну, вот, девчонки сейчас пьете вы коктейль для похудения, если у вас уже какой-то есть минимальный результат, покажите, расскажите, напишите это вот прям вот, как у вас это вот изнутри, вот это вот ваше ощущение идет. Вот, и, в общем, я буду транслировать. Далрис, пей очень классные витамины, там как раз-таки и железо, да, это, ну, это белок, который нужен и ногтям, и волосам, и нашей коже, и глазам, и зубам, в общем, это очень... Вот говорят, что нужно пропивать 4 коробки, но я считаю, что это тоже можно вводить уже в нашей этой жизни на постоянной основе. Вот, поэтому пейте, рассказывайте в сторисах. Если вы пока не хотите писать пост, рассказывайте в сторисах. А мы утром там с детками выпили омегу-3, а мы там с детками там съели астаксантин, чтобы защитить наши клеточки и так далее. Делитесь, показывайте, рассказывайте, потому что, ну... Это та компания, да, в которую, про которую не стыдно говорить, если тем более еще есть свои классные результаты. Поэтому к чему я это все рассказывала? Да, к тому, что личный товарооборот на самом деле делать легко. Если у вас даже, не знаю, вот, ну, вы просто свои привычки измените и не будете ходить в розничный магазин, не будете там покупать и там оставлять деньги. Пошли в Магнит, там курицу, все это положили, молоко, хлеб, и еще зашли там в другой отдел, купили там себе шампунь, чистую линию, либо Пантин Прови, там мыло Дав, еще что-то. Вот. Эти деньги вы не уносите вот в эти розничные сети, да, на мыло Дав и на Пантин Прови. А сходите и просто сядьте осознанно, полистайте каталог и подумайте, что действительно мне здесь нужно. И начните хотя бы с малого: мыла, шампунь, гель, паста. И потом постепенно, не знаю, там, читайте, изучайте информацию, ходите на планерки, читайте наш чат продуктовый, прокачивайтесь этим продуктом, читайте отзывы, читайте рекомендации, начинайте именно покупать осознанно в Орифлейм, понимаете? Чтобы у вас за год, ну, вот девчонки приводили статистику, сколько там вообще денег утекает в розницу, сколько денег утекает и возвращается, если делать 150 баллов с Орифлейм. Вот, я не помню, где вот эти расчеты, но это очень отрезвляет, когда ты понимаешь, сколько ты на самом деле с Орифлейм экономишь. Вот, поэтому первая неделя у нас каталога – это всегда личный товарооборот, личное потребление. Вот, листаем каталог, смотрим, выбираем, не знаю, там, можно подружке показать, маме показать, там, родственникам показать, что вот смотри, я сейчас там начала в бизнесе развиваться, не ходи мыться там в розничный магазин, помойся у меня, да, вот смотри, есть скидка 20%. Но не все магазины розничные делают такие скидки. У нас тут есть магазин «Парфюм», «Эдем», они делают 20% скидку, по-моему, только раз в месяц. У нас же, да, уже при регистрации сразу каждый консультант, каждый партнер получает скидку 20%. Да. Вот для меня каждый раз распаковка моего заказа – это просто какой-то праздник. Я всегда жду, чтобы открыть эту баночку, ее понюхать, посмотреть, пощупать, ощутить на себе. Это вот, ну, для девочки это действительно, вот, ну, вот, не знаю, вот, ну, такое какое-то удовольствие. Вот, поэтому личный товарооборот – это легко. Как вы, ну, будете к этому относиться, так у вас это, в принципе, все и будет дальше идти. Вот, если вы будете приходить в Орифлейм, сами не будете пользоваться продуктом, а будете там: слушай, Маш, у меня тут каталог есть Орифлейм, посмотришь каталог Орифлейм, он скажет: а сама чем пользуешься? Ой, я ничем не пользуюсь. Ну, понятно, что у вас никто ничего заказывать не будет. А когда вот вы начнете сами пользоваться: слушай, Маш, я тут себе смягчалку заказала, надо ли тебе? Я тут себе тушь 5 в одном заказала, она патентовая, уже 15 лет на рынке Орифлейм, там классная щеточка, там каждую секунду продается, тебе нужна такая тушь? Все, и у вас уже заказики. Если вы не знаете, как себе организовать 150 баллов на личном потреблении, можно заказать, показывая каталог. Спасибо, Лариса.
Вот, поэтому личный товарооборот, это все начинается именно с себя. Полюбите себя, покажите сами каталог, расскажите про это, порекомендуйте, начинайте прокачивать это в сторисах, и даже со сторисов приходят девчонки в команду, регистрируются, потом пишут, спрашивают: Оля, а эта помада какая, вот эти витамины, а ты тут помнишь, там показывала вот это. То есть у людей вот это вот все, знаете, вот через сторисы вот так все накручивается, 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 и потом бабас, им надо, и они могут вам написать. Да, у нас вообще очень классно, тушь 5 в одном, девчонки. Так, в общем, все, мы сейчас с вами поговорили про личный товарооборот. Это легко, это все идет от нас с вами. Если вы продукт своего продукта, и вы им пользуетесь, и не ходите, не покупаете в рознице, а пользуетесь именно Oriflame, личный товарооборот сделать легко. Так, сейчас мы с вами пробежимся по всем программам, акциям, которые запустила компания. Так, что у нас с вами получают новички этого каталога? Вот вы пригласили новичка, что у нас с вами новичок получает? Новичок, если в течение недели размещает любой балловый заказ, в течение недели, он получает себе подписку бесплатно, то есть он даже 99 рублей не платит. То есть это только неделя. У вас новичок приходит, размещает любой балловый заказ, у него подписка идет бесплатно. Если неделя истекает, то у него уже подписка идет 349 рублей, по-моему, или 345. В общем, после недели уже подписка идет платная. Что получает новичок? Если он делает заказ на 50 баллов бонусов, он получает селфи-кольцо в подарок. Вот такое селфи-кольцо на телефон. Я думаю, что вы уже в обзорах видели, в продуктовых чатах. Он получает сразу себе вот такой классный подарок. Получает возможность прохождения стартовой программы и получает возможность стать тоже спонсором по новой рекрутинговой программе. Следующее. Мы с вами все уже приглашающие спонсоры, да, то есть мы с вами приглашаем людей, да, на 50 баллов. На 50 баллов новичок делает заказ, и ему сразу же в заказ вкладывается селфи-кольцо. Мы с вами приглашающие спонсоры. Компания запустила очень крутую рекрутинговую программу с классными подарками. Все обычно, все стабильно, ничего не меняется. Мы с вами копим два каталога, это 14 и 15 каталог, мы с вами копим спонсорские баллы. То есть ваши новички приходят, размещают заказы, все вот эти баллы от новичков копятся у вас в течение двух каталогов. И потом вы из списка подарков выбираете себе за рубль подарки по спонсорским баллам. Там начинается с... Так, забыла подарки, но подарки классные. Там и пауэрбанк, и наушники, и телефон, и телевизор, и детские часы, и взрослые спортивные часы. То есть сколько вы баллов накапливаете, там идут подарки от 100 спонсорских баллов. Сколько вы накапливаете спонсорских баллов, потом вот эти баллы вы обмениваете на подарки, которые стоят всего 1 рубль. Вот, поэтому еще раз посмотрите, почитайте, что бы вы хотели себе из этих подарков, и начинайте приглашать людей, начинайте рассказывать. Вот, ноутбук. Я не помню, сколько там надо спонсорских баллов накопить за два каталога. Вот, и все новички, которые у вас приходят, да, если в течение 21 дня они делают там на 100 баллов, на 150 баллов, это тоже все суммируется, это тоже все накапливается. Вот. Если у вас пришел новичок, и вы хотите тоже вот эти спонсорские баллы копить, накапливать, чтобы там себе обменять на классные подарки, можно с новичками со своими договариваться. Ну вот, например, у вас есть по каталогу заказы, кто-то у вас там омегу заказал, кто-то там шампунь. Вот эти все заказы можно договориться с новичком и проводить этот заказ через новичка. Да, то есть через новичка по договоренности проводите заказы, и вам эти спонсорские баллы копятся. Да, все в продуктовом чате «Так-то Ларис» есть, но мы все продублируем, еще раз все закинем.
Стартовая программа для новичков вообще очень крутая, с выгодой до 10 тысяч рублей. Да? То есть компания Oriflame нам дает, нашим новичкам дает возможность попробовать классные, люксовые, брендовые, самые классные продукты за минимальную стоимость, за 199 рублей. Вот, поэтому обязательно рассказываем новичкам про все вот эти выгоды, про все возможности. Ну, еще у новичка какая возможность? Делает он 50 баллов бонусов, он сразу же получает себе скидку, выгоду максимум, да, это 5%. Это возврат на личный регистрационный номер от 150 рублей. Очень приятно на следующую покупку. Вот, поэтому тоже про это нужно говорить. Вот, поэтому давайте будем с вами максимально приглашать людей, рассказывать им, да, что можно прийти в компанию Oriflame, можно получить вот это, вот это, вот это, можно стать спонсором. Но чтобы стать приглашающим спонсором вашему новичку и вам, соответственно, если вы не проходили верификацию, нужно проходить верификацию. То есть без этой процедуры, без прохождения верификации вы не имеете права и вам сайт не даст быть приглашающим спонсором. Вот, поэтому мы с вами все спонсоры, мы все с вами можем участвовать в этой рекрутинговой программе, а также все ваши новички могут быть тоже приглашающими спонсорами. Также есть очень классная программа для старших менеджеров, но это нужно было быть по итогу прошлого каталога 13-го старшим менеджером. И там тоже очень классные возможности, можно получать деньги 5 тысяч, 10, 15, 20, в общем, этот за рекрутов в персональной команде. Про Дубай я уже сказала, у нас сейчас идет квалификация на Дубай, все и каждый еще могут включиться, потому что сейчас идет просто классный рост, если вы будете делать правильные действия каждый день, результат он догонит. Главное что? Не останавливаться, главное делать. Пусть у вас даже приходят новички, пусть они ничего не делают, но у топовых лидеров как приходили новички? На 90-ю регистрацию, на 99-ю, у Яны Бельской на 77-ю регистрацию только пришел ключевой партнер. И если у вас еще там 10, 15, 20 личных регистраций, у вас нет ключевого партнера, вообще не стоит расстраиваться. Просто нужно продолжать делать, оттачивать свои навыки. Все мы в этот бизнес приходим, кто-то приходит за тушью 5 в одном, но делает бриллиантовое звание. Кто-то приходит на бизнес, но потом понимает, что он пока не готов и начинает пользоваться там продуктом wellness, да, и влюбляется в этот wellness. У каждого своя миссия в Oriflame. Но если вы осознанно и приняли решение, и вы хотите зарабатывать с компанией Oriflame, все идет только от вас. Понимаете? Поэтому не нужно ждать что-то от наставника, что-то там еще от вышестоящего еще спонсора. Просто нужно оттачивать свои навыки самому, быть активным везде, брать все возможности, которые дает Oriflame, ходить на планерки, быть в чатах, рекрутировать, не знаю, писать посты, записывать сторисы. И всю вот это вот, вся вот эта вот коллаборация, все вот это, это все работа, это все оттачивание вот этого мастерства. Мы сюда все не приходим сразу мастерами своему дела. Мы же не приходим. Кто-то там был, не знаю, там на прошлой работе умел там холодные звонки делать. Это уже плюс, классно. Но я пришла, я этого не умела делать. Кто-то там классно, не знаю, там работал там редактором, может, в журнале. Он уже умеет классно посты писать, да. Всегда всем рассказываю про рост бриллиантов за 10 месяцев, это Шахаева, да. Вот они просто взяли, приняли решение, что, блин, они хотят зарабатывать 250 тысяч. Они очень долго сидели на 9%. Ну, как долго там, не знаю, ни год, ни два, конечно. Но когда они приняли решение, да, и они написали Алене, это, Шахаева Аня написала Алене Родионовой. Говорит, Алена, как вы работаете? Вообще расскажите вашу систему работы. Я сейчас нахожусь на 9%, но я хочу сделать звание бриллиантового директора за 10 месяцев. Алена такая, это нам Лена Рублева рассказывала. Она такая, ну что-то никто еще в России, в Oriflame не делал бриллиантовое звание за 10 месяцев. Она все им рассказала. Как раз-таки только-только работа онлайн входила вот в это...
в методы, да, с офлайна на онлайн. И они приняли решение, и они начали расти. Они за 2 месяца открыли директора, потом открыли старшего, там, золотого директора, потом открыли сапфира, и там через 2 месяца открыли бриллианта, да. То есть вот 6 групп, 6 директоров за 10 месяцев. Они просто приняли решение и начали делать там. Могли сутками не спать, работать. Аня, она главный редактор была в журнале, то есть она копирайтер. И она работала чисто переписками. Чисто переписками. Муж у нее, Шахаев, такой балабол, да, он работал со звонами. Вот, поэтому, когда вы очень сильно захотите, все будет вообще вот просто вот идти вот так вот, как по накатанной. Но в нашем бизнесе это все вот так вот. Вверх-подъем, вниз-вниз, вверх, вниз-вниз, вверх. И если вы не будете поддаваться, вот когда вы идете вверх, вы не будете поддаваться вот своим эмоциям, когда вы идете вниз, а вы просто будете продолжать делать то же самое, что вы делали, вы будете снова подниматься вверх. То есть все циклично. Вот, поэтому говорила я как раз-таки про Дубай, что у нас с вами сейчас будет еще 18 каталогов, это получается еще 5 каталогов до Нового года. 16-й каталог, он будет 2 недели, то есть это будет черная пятница. И за этот каталог можно сделать звание старшего менеджера, потому что они занизили немножечко по баллам, по маркетинг-плану. И чтобы в 16-м каталоге стать старшим менеджером, нужно всего 5000 баллов. Вот, например, Лариса у меня, да, она была 22%, сейчас она 18%, у нее 5000 баллов бонусов. То есть, если она с отрывом делает 5000 баллов бонусов, в 16-м каталоге, соответственно, она становится старшим менеджером. Понимаете? То есть, если вы были на 6% по итогу 15-го каталога, это 450 баллов бонусов, чтобы в 16-м каталоге стать 6%, это нужно 350 баллов. И вот так вот компания для 16-го каталога, для двухнедельного каталога, это черная будет пятница, она по маркетинг-плану немножечко занизила баллы. Вот. И прямо вот сейчас вот все вот так вот работают, все потирают ручки, чтобы как можно больше открыть. Да, это ты, что ли? Это ты. Поэтому сейчас все вот прям вот рекрутируют просто вот рекрутируют на всех площадках. И чтобы к 16-му каталогу как можно больше было новых званий. Если вы хотите расти, сейчас самое время расти. Если вы хотите в Дубай, можно в первом каталоге 22-го года все сделать для этого, чтобы открыть. Еще раз говорю, наш бизнес, он делается только на внутренней нашей энергии, на нашем хотении, на нашем стремлении. И вчера я скидывала в чат «Учимся рекрутингу» видео Лисан Доминовой. Никаких секретов нет. Ларис, рекрутировать, еще рекрутировать, и все будет. Да, вот компания Reflame, она идет просто вот нам вот вперед, она для нас все придумывает, все вообще, вот нам ничего с вами не надо придумывать. Все уже придумано компанией Reflame. Все придумано, все запущено. От нас что требуется? Личное потребление, рекрутирование и обучение. Наш бизнес завязан на чем? На построении партнерско-потребительской сети. Кто-то приходит на бизнес, кто-то на дисконт. И вот таким образом, да, у нас сверху вниз строятся вертикальные веточки. Рекрутинг – это все. Нет рекрутинга – нет бизнеса. Вот запомните, нет рекрутинга, нет бизнеса. Вы просто обычный, умный, экономный покупатель. Но если вы сюда осознанно пришли строить бизнес, выполняем 3 действия, 4 еще посты. Это, что это? Это обязательно личное потребление и научиться делать 150-250 баллов. Это постоянное, каждодневное, системное обучение. Это постоянное, системное рекрутирование. Это постоянное записывание сторисов и постов. Посты 2 раза в неделю. Сторисы каждый день. Вот эти вот 4 правила, они ведут просто к вершине.
И если что-то из этих четырех правил у вас будет западать, нужно просто бить в ту точку и учиться тому правилу, которое у вас западает. Западает рекрутирование, смотрим 5, 6, 7 вебинаров по рекрутированию, находим свой самый классный метод и начинаем бить в точку и начинаем рекрутировать. Если западает личный товарооборот, учимся, смотрим 2-3 вебинара по личному товарообороту. Обучение, оно не может западать. Все люди обучаемы, все люди обучаемы. И записывать учимся сторисы. Пока не можете записывать свое лицо, записывайте, не знаю, природу, погоду, витамины, не знаю, еще что-то записывайте. Книжку прочитали, записывайте. А потом постепенно на себя переводите камеру и начинайте записывать себя. То есть вот эти вот четыре правила, они ведут нас к росту, они нас ведут к успеху. Все, вообще никаких секретов нет. И ваше внутреннее принятое решение, ваша внутренняя энергия. Если у вас нету вот этой вот энергии, что все, я хочу, я буду делать. Вот с таким вот, надо что-то делать, надо как-то расти. Все, ничего не будет. А когда у вас вот это вот так вот, знаете, вот так вот трете, да, и вот так вот прям вот чувствуете, да, вот это вот такое вот электризация, вот эта вот энергия, вот это вот должно быть внутри. И Лисанда Минова прям, ну, вот так и говорит, только энергия, только общение, любовь к людям и донесение информации. Новейдж, Wellness, да, у них новички приходят, они сразу им рассказывают про эти стратегические продукты. Когда человек пробует вот эти классные стратегические продукты и понимает, насколько это классные продукты, они потом, вот у них вот это вот все растет, разрастается. В общем, если вы захотите, все будет крутиться, вертеться вокруг вас. Так, и... Я скидывала картинку, еще раз ее найдите, посмотрите, тоже в чате учимся рекрутингу. Аня Кирдянова ездила на этой неделе выступать в Белоруссию, и она показала план своего роста за 5 каталогов, чтобы открыть звание золотого директора. Короче, за 5 каталогов открыть звание золотого директора, или звание директора, не помню, к первому каталогу. Она растет со своими новичками только на чатах тройках. Только на чатах тройках. И она прям там прописала, сколько нужно сделать чатов троек, чтобы открыть. Я не помню, то ли золотого, то ли директора, не помню. В общем, нужно сделать 4000 чатов на троих, и тогда к январю будет новое звание. Я думаю, что вы все знаете про чаты тройки или рекрутирование вместе со своим наставником. Это если вы новичок. Если вы не новичок, то уже, ну, конечно, в чате учимся рекрутингу, спрашиваем, задаю вопросы, а как. Еще расскажу про чаты тройки. Это очень крутая система. Я всегда ее вспоминаю, мы очень хорошо на ней росли, но я понимала, что это настолько занимает мое время, я не могла на тот момент сама рекрутировать, но с опытом приходит вот это вот все осознание, и на самом деле какая разница, как наставнику рекрутировать. Главное, чтобы приходили новички, чтобы они запускались. Так вот, чаты тройки, как это все работает? Давайте еще раз я вам это все проговорю, и вы уже вводите это все в свои системы работы. Если вы не новичок, если вы новичок, то мы будем с вами работать чатами тройками. Если вы не новичок, все, спрашиваем в чате, учимся рекрутингу и рекрутируем уже вместе вот так вот. Вот смотрите, пришел у вас новичок на бизнес. Он говорит, все, я хочу развивать бизнес, я хочу быстро расти. Но мы новичку задаем вопрос. Как ты хочешь расти, быстро или медленно? Если ты хочешь расти быстро, давай мы с тобой будем рекрутировать чатами, тройками. Да, то есть ты приглашаешь на меня. Есть уже эти все шаблоны сообщения, да, что по-теплому, да, это рекрутинг только по-теплому. Только чаты тройки, они работают только со списком знакомых. С холодными, там, с полухолодными это не работает. Только со списком знакомых. Ты пишешь, например, там, первой десятке
своих подружек там. Маша, привет, как у тебя дела там? Слушай, я тут начала развиваться в одном классном денежном проекте, поняла, что сейчас в наше пандемийное время нужна подушка безопасности. Я тут начиталась, посмотрела, пришла к своей хорошей знакомой, так как вижу, что она развивается, она зарабатывает из дома, и я тоже решила разобраться. Давай, мой наставник тебе тоже даст информацию, как можно зарабатывать деньги из дома. То есть тебя это ни к чему не обязывает. Я там создаю чат-тройку, и ты послушаешь. Все. Чем больше ваш новичок создает вот этих чатов троек, чем больше вы вот этих презентаций рассказываете, тем, так сказать, и навык отрабатывается, и у новичка, то есть новичок, он видит, как нужно рассказывать подача информации, что зачем идет, как рассказывать презентацию, как себя презентовать, да, то есть такой определенный костяк по презентации, да, то есть сначала вы презентуете себя, рассказываете про себя, то есть ваша конкретная история, как вы пришли, что вас зацепило, потом вы рассказываете, что конкретно, вот что конкретно нужно делать в Oriflame, чтобы зарабатывать. И потом уже в конце, там, не знаю, там был ли опыт с Oriflame. Ну, в общем, вот этот вот костяк, он есть. И чем больше ваш новичок создает вот этих чатов троек, тем быстрее он сам уйдет в самостоятельное рекрутирование. И он вот даже вот на первых порах он будет смотреть, и он будет понимать. Так, ну на самом-то деле вообще все просто. Да, вот мы же с вами очень любим вот это вот все простое настолько усложнять, настолько загонять себе вот этих вот тараканов в голову, да, что потом говорим, да блин, это не мое. Просто нужно делать, как попка-попугай, каждый раз одно и то же. Про себя презентация бизнеса, возможностей и в конце вопрос. Был ли опыт с компанией Oriflame, там тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. И как попка-попугай каждый день там читать по 5-10 презентаций, и вы понимаете, если читать по 5-10 презентаций, к концу года, ну, 1000000% будет результат. Ну, 1000000%. Если ваш новичок даже будет делать по 4, по 5 чатов троек в день, уже будет результат. Но по статистике 10 чатов на троих, если новичок делает, да, в день, 10 презентаций, ну, это как, если это теплый, ну, теплый рынок, ну, 1-2 регистрации. Так что, девчонки, вот все вам сегодня рассказала про все 4 правила, про акции, про скидки, про спонсорские баллы, про личный товарооборот. И на самом деле вот все в нашем бизнесе просто. Просто этому бизнесу нужно уделять время не как хобби. Да, вот есть, не знаю, там хобби у кого-то там, сейчас вот эти вот очень модные там всякие фенечки из бисера плести. Это хобби. Но наш бизнес — это не хобби. Наш бизнес – это вот прям окно в новую жизнь, в новые возможности. И если вы эти возможности будете ловить, и эти возможности будете транслировать, да, то есть вот я всегда привожу пример. Вот когда говорят, ой, ко мне никто не идет, у меня нет регистрации, тра-та-та. Вот давайте мы с вами представим любой розничный магазин с одеждой. Ну, любой там, не знаю, там обувью там торгуют, не знаю, там верхней одеждой. Вот всегда есть поток людей в этот магазин. Вот есть рабочий день с 8 там до 8, да, они там работают в этом магазине. И за день есть поток людей в этот розничный магазин. Кто-то пришел, пальто померил, кто-то пришел там, сапоги пощупал, кто-то пришел там, вопрос продавцу задал, да, там, про качество и так далее. Кто-то пришел, померил и сразу купил. Но еще пришло 20-30 таких людей, которым нафиг ничего не нужно, они просто зашли. Так вот это то же самое у нас с вами при рекрутинге. То же самое статистика. 5 людям рассказали, ну нифига им ничего не интересно. Сразу думаю, это статистика. Я иду просто дальше рассказывать людям. И все в нашей жизни статистика.
Поэтому не все заходят в магазин и не все покупают там. Все 10 человек зашли и все 10 человек купили себе сапоги. Нет. Понимаете? Нет. Поэтому в нашем бизнесе, в рекрутинге точно так же. Есть у вас там сразу 5 отказов. Сразу себе говорите, так, это статистика. Все люди разные, но это мои отложенные рекруты, депозиты. Да, вы с этими людьми там в друзья добавляетесь, там задружитесь, там пообщаетесь, притеплитесь и так далее. То есть вы же ведете свой личный бренд. Это все отсроченное. Люди наблюдают за мной уже 5-й год, и они приходят. Они приходят, они просаливаются. Понимаете? И вот представляете, если бы я давно там сдалась и не стала бы там личный бренд вести, сторисы записывать, у меня бы просолки-то людей бы не было. Где бы, что бы, куда бы они стали смотреть. Поэтому, девчонки, я всем и каждой из вас сегодня желаю принятого осознанного решения. Желаю прихода в ваши команды осознанных людей, таких же осознанных людей, как вы сами. Я каждой из вас желаю прописывать себе планы на каждый день и галочку в конце дня ставить. Так, друзья добавила, там пост написала, сторисы написала. Так, сегодня там по ЛТО, там по каталогу, там вот это поделала. Чтобы у вас был план и чтобы вы его придерживались. Будьте активны везде. Чем больше отдаете, тем больше приходит. Берите ответственность на себя за бизнес. Это ваш бизнес. Я взяла ответственность за бизнес. Вопрос к вам. А вы взяли ответственность за бизнес? Все, девчонки, всем желаю роста, всем желаю успехов. У нас возможности с вами просто крутые. Главное, не быть нам с вами этими унылыми какашками, быть всегда на позитиве, даже если нафиг все равно все плохо. Всегда говорим, все будет хорошо. Поддержка друг друга – это самое главное в нашем бизнесе. В общем, я буду закругляться. Всех обнимаю, всем желаю роста. Все, до встречи в чатах.